Здравствуйте, под этот хруст сухарей сегодня опять в студии Евгений Шнов. Уже как фисташки, ну это фисташки. Вы уже забыли, наверное, как выглядит мой голос. Давно мы ничего не выкидывали, но тем не менее это просто из оленя самого Евгения Шнова. Так, сегодня очередной цикл бесполезных программ. Здравствуйте, в гостях те же самые люди, которые вас приветствуют. Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста, зажигал. А как нас звать-то? Я уж не помню. А тут вас никак не должно звать, тут просто... Вы нужны, и вы приходите, да? Ну да. Я он, есть. Вот этот, короче, сказал сейчас слово, это он, блядь, тот, который, блядь, животные с экзотическими, вот это он, приезжали. По голосу узнает. Ну, бля. Это, вот смотри, Виталий, мне просто, интересно, вот, почему ты сказал, что вот оранжевый я могу выпить весь, а этот, а виноградный... В натуре, его выпью, меня тоже интересует, я блядь. Выпью только два глотка, и все. Вот, и меня тоже интересует. И я думаю, и наших зрителей тоже. Налегай больше на белый. Как это? Не вот будем. Ответь на вопрос. Кстати, рекламу не будем рассказывать, что мы пьем. Ну да. Но пей, бля, белый. Ну, его шифр название Виндей, ну, грубо говоря. Я думаю, то, что... Пил я его в течение 5 лет постоянно. А, блядь, вот ты себе льстишь, блядь, по-моему, лет 15, блядь. 5 лет пил. Не, те, он имеет в виду конкретно этот, те, наверное. Тебе 5 лет назад было 30 лет, блядь, или сколько? А, не, меньше. Он имеет в виду, наверное, конкретно этот. Сейчас, ой, я, блядь, 2013. Я, блядь, с 18 лет ухуярил, да. А он, блядь, его 5 лет. Ты, блядь, вот это бы сейчас выпил за мой счет, блядь, я ебу сколько, нахуй. 2 раза больше, чем этого за 5 лет, блядь. Дождавайся, не пиздите, блядь. Отвечаю на вопрос, да. Этот я пью 2 года. Угу. До этого с удовольствием пил, и нахаляю. До этого пил виноградный. А почему сейчас такое вот небрежное отношение именно к виноградному, а к апельсиновому ты говоришь, ну типа нормально, я могу его и до утра пить, как ты хотел. Потому что, блядь, большинство пьет апельсин запивали. Сейчас. Чем запивали, апельсиновым? Виноградным. Да, и как я ненавижу Кока-Колу, да? Я ее готов делать, мне сразу... Отвращение. Спирт на языке. Сразу. Да, да, да. А, ну там понятно. Бля, стаканы есть? А, нет. Это, я говорю, а... Есть вариант же в одежде просто. А виноград с апельсином. А вместе что ли? Ну, в стакане, попробуй. Да это, бля, хуй делаешь глоток. Что за кипиш будет? А, ну, нет. Плюс, может быть, еще и... Это, бля, делаешь глоток этого и следом этого, и все. И по этой вкусе, бля. Опять сиди, бля. Виноград-то в России бай, есть, да, а апельсинов бьет? Нет. Апельсин только в магазине покупаешь. А. Мне просто вообще хуею. У нас вчера подружка пришла, блядь. Дай фотки посмотрим со флешки, блядь. Я говорю, смотрите. Где посмотрим? Я говорю, я вам в зале включу. Басю. Там фотки хуёво показывают. Там их это. Двигать надо, блядь. Я говорю, масштаб убери нахуй. Поменьше. Не будет все заебись. Все, смотри. Да, блядь, 5000 рублей новые, 3, блядь, у кротов, блядь. Монитор, купи нахуй, все, блядь. Не, там фишка с подъебкой идет. Подъёбка в том, что я у них это спиздил себе. Там Женя им привозил вообще как бы всю эту хуйню. Ну, я, блядь. А я спиздил, получается. В семье спиздил. Ну, он такой нехороший, блядь. Ты вор, блядь. Бля, в семье. Ты сегодня почему ходил срать в мой сортир? Тебе вот батя с утра. Че ты, блядь? Сегодня... Почему ты в мой сортир, который я вот этими, блядь, руками строил, ты почему сегодня за бесплатно пошел посрать? Жень. Батя, я не мог. Жень. Че за хуйня? Жень. Я Макс. Ты Евгений Шатунов. Блядь, за блоходу. Да, да, я понимаю. Это все запихивает. Жень. Чурка в том, что, блядь, я сегодня начал вот в игрушку играть. Да, да, крестный отец. Да, порой, блядь. И тут заходит родной отец. Нет, графа, конечно, это страдает в легкую. Говорит, я тебя сейчас уебу, бро. Сынок, как, игрушка. Нормально, что ли? Нет. Вообще, заебись. Не, игрушка по плану вообще охуенная. Ты в нее не играл вообще? Играл в какую-то. Я вот, я ну, там одна и две.
Чайки срали мне на грудь. Меню как загружается, я был на море, чайки. Нет, ну, типа, Вот, если чайка на грудь сиранет, вот будет хуёво. Там магазин и всё, хуйню, запугиваешь типа, этих GTA, владельцев. Там подобие. Бля, всё, ну, графа, да, страдает. Ты уебан, блядь, GTA 4 загрузи играть. Что-то, блядь, не хочу. Я не говорю, что она хуёвая игра, вот этот Крёстный отец, она стоит. Ну, после неё, Серёг, блядь, GTA 4 загрузи. Ну, пиздец, отмажешь. Угу. Я сегодня CBS загрузил. Ешь, даже аплодисмент срывает на отрыжке. Ты понял, как популяр пуля? Пенсильванию сегодня загрузил. А? Хуйня, мне вообще никак. Вообще никак. Это, я думаю, Ван Хелен это, блядь. Ну там как? Там типа, ну так же, оборотни эти, ёбни. Вот. Просто единственное, что да, она просто в легкую запушена. Да, она как у этого заебись, ничего понравилось вот из последнего. Дейл Макрей, вот самый новый. Ахуе, блядь. А вот это сразу тебя сюжет сразу берет за яйца, бля, и держит нахуй. Там вот хуйня. Ну, бля, это интересно. Драйк, типа. Типа. Тейкен, он только по сюжету. Ты бежишь, типа, прототипы себе играл. Бля, если кто-то берет круче за яйца, это больно. Не знаю, ну вот у меня вот таким против Street Fighter, по-моему. Там сразу как-то это. Игрушка, вот Стрёмно, которую, блядь, ну вообще охуенная вещь. Ну, блин, настоёбут единственное, что. Когда, все игры настоёбут. Когда очко в иголку, блядь. Не просто. Бля, вот единственное, что, сейчас игрушку вот заебись. Не, а когда сейчас... заясь-то кто-то берет, это, блядь, старый игрушку, качай его, да, вот типа, ну, типа то же самое, Не, Крёстный отец не то, а вот. Эту Кастельванию вот эту скачал, блядь. Это, там, да, это новинка. Ну там, блядь, там фишка, короче, какая там, она под джойстик идет. Ну, блядь. Там нажмите крестик, блядь, нажмите кружочек. О, и вот это, да. Квадрат, блядь. Когда на ты... этих ебаных и искать их нахуй. Когда ты посмотрел фильм. В одной игрушке, блядь, крестик. А фоня. Небеса. В одних игрушках просто крестик квадрат это одно. Там реально страшно. Там, даже а допустим, X. А в этой игрушке, допустим, там вообще в другой стране клавиатуру, блядь, сидел. В чем мы разница, я не пойму. Мы не знаем, а это реально все есть. Не, вот Крёстного отца начал играть, бля, мне понравилось, кстати. Ну там, блядь, завоёв. Там так же, ну в принципе, да, как GTA, блядь. А кроме миссии там можешь завоевывать остальное все. Да, вот. Охуенные, тачки тоже такие, блядь. И старенькие есть такие, более-менее заработанные, блядь. Ну там ног не будет, там тоже, по-моему. Ну там ясен хуже, там не будет. 50, какой год там, блядь? Нас-то ничего не испугает. 1958 год, по-моему. Вот, Это я играл, но я только играл то ли, может, в первую. Ты в пензе. Не, ну они на мафию похожи, по крайней мере, в легком. Похоже. На мафию, кстати, охуенно похоже. Там уже просто в мафии единственное, что ты в семью там как-то пытаешься добавить, ну, это, войти. А тут ты, получается, сам начинаешь семью свою создавать. Вот она в чем разница просто идет. То есть там у тебя гуары ебанули, блядь, там все хуе-мое, ты там, блядь, правой рукой его был, блядь. То есть на тебе все держится. Подрачи мне, да? Ну, у тебя правая рука. На тебе все держится. У вас есть свободная правая рука? Давай, хуярь. Не, там из спецов нанимаешь так же. Все, блядь, охуенно. Не, мне вот эта игрушка понравилась. Блядь, а вот реально, я вот чувствую. Графина она страдает, блядь, но она угарная. Апрельские программы, видишь, что он все не выложил, блядь, ВКонтакте. И вот апрель был, блядь. День рождения, Генштон справляли. Перепизит. А я... По телеку что-то слышал там, постоянно его гоняют. Снова сегодня 20 лет. А там это... И голос-то не его был. Кого? Вот, ве-ве-ве. Не Шутунова? А потом, да, потом уже это начали различать немного. Толбоёб. Ты вот не... Ты сколько? Мы сейчас говорим про кого? Про Евгения Шутунова. А кто для тебя Евгений Шнур? Это про наш. Вот как его ответ? Это про наш. Это про наш, это про что? Первый канал. У нас есть свой Евгений Шнур. Ну. Где? Ну. Спися. И что? А где еще есть Евгений Шнур?
Во всем мире. Евгений Шатунов есть. Виталий, мы тебе себе раскроем глаза. Потому что того, кого. Не бери эту хуйню. Не бери вот эту хуйню в голову. А люди в рот берут. Нахуй ты пьешь эту хуйню. Ты пей вот эту хуйню. А люди в рот берут. В голову не бери. Я на самом деле говорю, я завтра не хочу быть шабалой. Нахуй ты пьешь-то, блядь. Пей вот это. Мне поможет. Мне хуже не будет. Мне будет хуже, я сейчас думал только о себе, блядь. Это, я тебе говорю, про что-то, что давайте огорчу. Вот Евгений, я сейчас скажу загадкой. Евгений, он не всегда и Юрий. Их миллиарды, ёпта. Ты понял, что я до тебя донес? Нет. Понял. Евгений не всегда Юрий. Понял. Ну, и что ты понял? То, что семечки круче фисташек, понятно. Разговор снизу, я пошел ссать, короче. Ой, блин. Не, Анатолий, ты что понял вообще? Понятно, что ничего не понятно. То, что не про того Евгения, который вы говорите. А про Юру ты говоришь, да? Да. Ну-ка, про кого ты Юру ты говоришь? Юра Капура. Юра Капура? Он про Юру Капуру вообще говорит. Писька зажала. Я вот единственный чувак пошел. Не писька. Я единственный говорю, это Евгений, это не тот Юра. Вот как он думает. А кто отсюда? А не тот Юра, не тот Евгений. Вот. Кого? Нет, я. Блять, это Шура ебал. Я тоже так думаю, что не то. Вчера, короче, Шура его вынимал, я говорю, надо. А на это, на саморезы прихуярить. Ну там же пиздюки. Ну вот видишь, спиздили, блядь. Кто снял? Шур сейчас домой приедет, сказал. Ты скоро. Занялся? Ну да. Он поехал, у тебя бухал, как и я, бля. Я вижу. Не, он не на трассу, он, блядь, хуйна, там девка хихикала. А где транспорт-то, блядь? У гараже. А, бля, в натуре. Бля, ну что за херня, ебать? Взяли, блядь, разобрали столик на. Уроды. Какой? Кто снял? Хуйна. Кому это надо было? Пидорасы. Кого ты там все снять пытаешься, блядь? Так. О, вот это, блядь, такая глубокая отрыжка. А вот это какая-то такая, блядь, с преобразованием средних частот. Ну, блядь, теперь в дождь ты будешь охуевать тут. Надо было саморез прикручивать, блядь, я сразу говорю. Ну, то, в принципе, в дождь я не так сильно прятался тоже, блядь. Кому эта херня нужна? Это мне, тебе и ему. Хотя бы нас уже трое. Дебилоидом. Ну, извини меня, если ты так нас обзываешь, то спасибо. Это ООО. Это самый главный спонсор. Зеленый мини. Программы. А Евгений Шнов. Всегда в титрах, ты титры читал. При поддержке медиагрупп ООО «Зеленые змеи», блядь. Ты думаешь, вот это вот мы сейчас сидим, это кем все проплачено? Это куда? Кем все проплачено? Понимаешь, это все проплачено с Серегой. Но он-то, он кто? Он пиар-менеджер групп ООО «Зеленые змеи». Здрасте, приехали. Я об этом даже не знал. Тебя уже повысили, да? Я даже не знал об этом. Не, ну так, ну, бля, вот как. Боже, без алкоголя это у нас сейчас какая программа была? Ну, никакая. Грубо говоря, блядь, спокойной ночи, малыши. Мы бы нихуя ничего не придумали. Не, спокойной ночи. Нихуя ничего не придумали. Спокойной ночи у нас бы не получились. Вот сейчас вот перед вами Хрустевич. Оксану Федорову, блядь, кто позовет сюда, блядь. Хрустели фисташки. Это вот семечки, вот это вот. Этого не слышите, но это я по бутылке. Да это виноград. Вот это какой-то, блядь. Это все кем-то проплачено, потому что нету. Бля, апельсин упал. Кто не закрыл? Он не закрытый, что ли? Не закрытый был это? Нет. Бля! Ну там второй есть. Ну это апельсин, ёпта. Я говорю, видишь, это как его называют? Тебя облил, да? Или? Он сам облился. Чуть-чуть. Да нихуя, а!
Виталь. А блин. Извини меня, продюсер. Он себе может это позволить, бля. Открытые бутылки, бля, роняли. А ты нахуй ты пьешь? Да, ну сейчас Серега будет бедный на грамм денег издать. Зачем? Там вторая есть. А замок заклинил, я тебе не говорил? Ну что, пизда. Надо душу спасать. Не включай мультур. У меня надо это есть. В канцелярке ножик. Че, сейчас хочешь включить музыку? Тебе говорю, не включай пока. Не надо включать музыку. Главное музыку. И все, на этом мы прекращаем. Блять, ебал.